мы в Духовском переулочке возле развязки с третьим кольцом, сзади улица Большая Тульская. Так, вот это что у нас, бизнес-центр. Здесь раньше лесогарантия была, по-моему. И какая-то страховая группа, в общем. Или Росгосстрах. Что-то такое. Сюда съезд третьего кольца в область. Маршруты общественного транспорта, которые идут со стороны Автозаводской, съезжают именно здесь. Пересекаем улицу Малая Тульская. Она идет вот справа. The Loft в английском стиле. И даже вон телефонная будочка. Так, что, ну эту будочку мы сейчас посмотрим, как бабах машинка. Движение все-таки оживленное довольно-таки. Ладно, пройдемся лучше в сторону 4-го рода переулка, где ходят трамвайчики 26-го, 38-го и временно 39-го маршрута. Пока ремонтируют улицу Вавилова. Теперь можно перейти